Начнем со спортивной новости. Чемпионат мира по водным видам спорта в корейском городе Кванджу собрал лучших пловцов со всей планеты. Первое важное состязание, в котором участвовал наш земляк Евгений Рылов, эстафета 4 по 100 метров вольным стилем состоялась 21 июля. Российские пловцы Владислав Гринёв, Владимир Морозов, Климент Колесников и Евгений Рылов завоевали серебро. А первыми в финальном заплыве с результатом 3 минуты 9,06 секунды стали представители США. Россияне уступили им 0,91 секунды. Бронзовая награда досталась австралийцам, показавшим результат 3 минуты 11,22 секунды.